От имени главы курорта Сергея Сергеева поздравила и вручила подарки ветеранам и пенсионерам заместитель главы Людмила Мурашова. Получать подарки всегда приятно, но внимание и забота радуют вдвойне. Спасибо большое за то, что вы есть. Спасибо вам за ту мудрость, которую вы дарите молодому поколению. Спасибо за тот опыт, который вы нам передаете. Председатель Совета ветеранов Михаил Бойко предложил почаще встречаться не только в праздничные дни. Как красота на вас посмотреть! Правда, вы не выглядите старыми. У нас есть клуб пожилых людей там. Значит, у нас 2000 пенсионеров. И туда, приходит мало суши. Каждый последний четверг, в 10 часов, так мы собираемся. Приходит там у нас баян, пограет. Пожалуйста, приходите. А глава станицы, подхватив традицию глав всех поколений станицы, читал со сцены стихи. Хозяева самых ухоженных домовладений получили подарки в конкурсе на звание «Лучший дворик». Чествовали самых активных квартальных и семьи долгожители.